134. Цветок. Вот говорят, женщина – это цветок. Красивый, вкусно пахнущий, манящий, изысканный и нежный. Но цветок, блин, не говорит. И не трясется в истерике, когда ей не купили очередную шубку. Ну да, ну да. Цветок можно поставить в вазу и поливать, подкармливать, чтобы прожил несколько дней. Так и для женщины. Можно поставить ее в вазу, ну там, квартира, быт, развлечения, удовольствие и тому подобное. Поливать, подкармливать, чтобы она была довольна жизнью несколько лет. А потом она все равно засохнет, потому что она цветок же. Короток женский век. Нет? Вы не согласны? Мол, женщина может и больше. И достойна большего. И проживет больше, чем несколько дней. Ну, несколько лет. Ну, будет нужна мужчине. Будет привлекательна. Или, по крайней мере, не противна. С которой можно продолжать жить. И даже тогда, когда она увяла. Так кто ж спорит-то? Но, на мой взгляд, это уже не женщина будет. И я это в смысле мы, мужчины. С этим легко справимся. Найдем другую, помоложе, свеженькую. А вот женщина никак не может с этим справиться. Ей жаль. И горько. И тошно, и противное, что ее использовали и выбросили, как цветок. Но ведь женщина – это цветок. Она и должна быть использована, как женщина, и потом выброшена. Жизнь такая. Впрочем, как и мужчина, его тоже использует женщина, но по-своему, как может. И никто же не говорит, что это не по-человечески, не гуманно и вообще. Используют как банкомат, как дилдо, как сантехника, как водителя, как козла и идиота во всем виноватого. Ну и тому подобное. Вы поняли, о чем я. Да, двойные стандарты.